Из-за подготовки к празднованию 9 мая на ряде центральных улиц областной столицы будет ограничено движение и парковка автомобильного транспорта. Эти меры будут действовать вплоть до 11 часов вечера 10 мая. Поэтому автомобилистам рекомендуют искать пути объезда. Ограничения коснутся улицы Андрея Дементьева. На участке от улицы Крылова до Рыбацкой свободно останется только Советская. Также нельзя будет проехать по улицам Вольного Новгорода и Новоторжской. Это отрезок от улицы Советской до Студенческого переулка и на площади князя Михаила Тверского.